Скажите, пожалуйста, откуда такое изумительное название книжки? Это Вы ваша знаете, идея или это откуда-то... нет, секунду, тут есть такая фраза у меня сейчас, да, поможет, Елена Даниловна. Я думал, что это мое изобретение. Я думал, да, я думал, что это мое изобретение, пока я в конце не написал главу о Белли, в которой есть такие строчки. Я пишу откровенно об этом, здесь нет тайны. А вот он сам, он, столб Почёвский мой, так много раз, что сбились мы со счета. Мой промельк в поле, он имел в виду. Коль повелит, я поверну в Почёва, пропустит, если Паршина иду. Это та русские стихи, то есть промельк, это слово было Ахмадулина. Это ее слово, которое я невольно прикарманил, в том смысле, что оно жило во мне. Я так думал до последнего момента, когда уже кончал в самый последний момент, я писал эту главу о Тарусе, и там обнаружил, но честно сознался, это искупает мою Но вину. вообще у него есть поэтическая генетика этого слова. Это вообще-то пастернаковское слово. Только белых мокрых комьев, промельк маховой. Это так, что да, у меня... Ну вот, я это не понял, а вы сейчас подсказали, да. Так что это живущее поэтическое слово.